Окунуться в атмосферу южного колорита и побывать на настоящем национальном базаре. Специально в преддверии новогодних праздников в Тверь приехали фермеры с юга и Дальнего Востока. Для сладкоежек чурчхела, царский инжир, фруктовый щербет, халва. Гурманов порадует изобилие мясных деликатесов. Сыровяленые колбасы, рулеты из телятины с орехами, кабан в гранатовом соке, конина в винном маринаде. А еще сыры молодые, выдержанные, сделанные по старинным рецептам. Специи сделают блюдо еще вкуснее и ароматнее. А украшением новогоднего стола станут морские деликатесы. Чавыча, белорыбица, красная икра. Выставка от Абхазии до Камчатки открыта в торговом центре Рио до 29 декабря.